здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Nissan Tiana 2008 года выпуска. Объем двигателя 2,5 литра, VQ25DE, пробег 163 817. Первый цилиндр. 13,5 килограмм. Второй цилиндр. 13,5 килограмм. Третий цилиндр. 13 килограмм. Четвертый цилиндр. 13 килограмм. Пятый цилиндр. 13 килограмм. Шестой цилиндр. 13 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.